Добрый день, с вами снова интернет-магазин Bravel Coffee, и сегодня мы вам покажем, как в домашних условиях можно делать прекрасные латте и капучино с обычной кофемашиной, к примеру, с Aeca Intuit. В данном случае мы рассмотрим автоматический капучинатор, который с помощью обычной кофемашины сделает шикарный латте и капучино просто при малейших усилиях. Для этого нам понадобится молоко 3,2 жирности охлажденное, очищенная вода в дальнейшем, чтобы промыть капучинатор после его использования, стакан прозрачный, чтобы показать продукт, и, в принципе, кофе на ваш вкус. Сегодня мы рассмотрим, как с помощью обычного колена, которое есть у нас в продаже в интернет-магазине, можно сделать из обычной кофемашины машинку, которая взбивает латте и капучино. Смотрите, у нас есть капучинатор. Собираем капучинатор. Этот механизм также есть в продаже. Собирается он очень просто. Также у нас есть в интернет-магазине на YouTube-канале видео о том, как детально разбирается и собирается капучинатор. Это видео можете посмотреть отдельно. С помощью вот такого вот колена, переходника, мы раскручиваем здесь вход и одеваем его на трубку пара. Оно достаточно плотно одевается. Когда одели, зажимаем, чтобы он плотно сидел. И вставляем непосредственно капучинатор. Вставляем до упора капучинатор, чтобы не было нигде подсоса воздуха. Опустили шланг подачи молока в молоко. Помним, что молоко должно быть охлажденным. И нажимаем кнопку пара. В машине необходимо время, чтобы нагнать температуру до взбивания молока. И сейчас мы увидим вот отсюда подачу молока. У нас также есть жиклер подачи плотности пены. Мы его можем поднимать и опускать. Сейчас мы посмотрим. Пошло взбивание молока. Поднимаем чуть-чуть жиклерчик. После того, как мы приготовили продукт, нам необходимо промыть данную шлангочку, чтобы здесь не оставалось молоко. Нам необходимо набрать стакан чистой воды. Просто вставляем это в воду. И также нажимаем кнопку пара. Подставили стакан, чтобы тоже как бы промывка шла в определенный сосуд. В домашних условиях можно многоразовый стакан. Я надеюсь, вам понравилось это видео и вы будете смотреть наше видео в дальнейшем. Не забудьте, пожалуйста, поставить колокольчик и поставить лайк нашему видео. Спасибо, до новых встреч!